Организация чемпионатов мира по быстрым шахматам и блицу прошла в Казахстане на очень высоком уровне, как в техническом, так и в профессиональном планах. Об этом заявил президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов. Он также выразил слова благодарности президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за организацию этого мероприятия и предоставление призового фонда в 400 тысяч долларов. Я беседовал с шахматистами, с арбитрами, все довольны. Тут те вот условия, которые предоставил Казахстан, организационный комитет соответствует всем мировым шахматным стандартам, и у шахматистов, и у членов ФИДЕ большое желание регулярно проводить такого уровня крупные соревнования. Стоит также отметить, что этот чемпионат мира особенный. Впервые в истории ФИДЕ одновременно разыгрывается корона как в быстрых шахматах, так и в блице. Плюс к этому, по решению ФИДЕ, с лета 2012 года шахматистам будет обсчитываться рейтинг по участию в таких чемпионатах и турнирах. Уже поступает много предложений, чтобы, во-первых, расширить географию, отбор, и, во-вторых, чтобы турниров и чемпионатов по быстрым шахматам и по блицу в официальном календаре ФИДЕ было как можно больше. 28 августа этого года в Стамбуле начинается шахматная олимпиада всемирная и начинает работу Генеральная ассамблея ФИДЕ, где будет заслушан доклад по чемпионату мира, который прошел здесь в Астане. После этого Генеральная ассамблея ФИДЕ примет решение, стоит ли увеличивать число таких турниров и расширять отбор участников.